Седьмой канал приглашает всех своих телезрителей на праздник, посвященный Дню Матери. Основное действие пройдет в Астане и Алматы. Ну, далее, я думаю, вам будет интересно то, что здесь можно вдоволь будет наесться баурсаков, а также принять участие в интересных конкурсах. Ну, все это ждет вас 7 сентября, а до этого вы можете признаться в любви своим матерям в эфире нашего канала. Как, например, сегодня это сделали астанчане. Мама, я тебя очень-очень люблю. Ты у меня самая лучшая, самая добрая, и самая честная и самая красивая. Мамочка, моя самая дорогая, я тебя очень сильно люблю. Мамочка, я тебя очень люблю, ты у меня самая-самая лучшая. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть.